Исходя опять-таки из того, что у нас проблема с проектированием реставрации, надо садиться с техническим университетом, приглашать реставраторов для того, чтобы хотя бы они нам помогли системно выстроить эту работу. Но однозначно создавать школу реставраторов здесь, в Саратове. Потому что у нас, посмотрите, сам город в этом нуждается. У нас Вольское историческое поселение, Хвалынск, Пугачев. Они все города, которые включают в себя историческую часть, где сплошные фактически объекты историко-культурного наследия. Аткарск, Петровск, Энгельс, Маркс. Нам надо объединять усилия и выстраивать системный подход в этом направлении.